Вот фотография молчаливая, но она просто визжит в голове. Тут просто добавить нечего. Дедушка смотрит на внучку. А внучка лежит даже не в гробу. Вот она лежит под какой-то тканью или что-то же. Какая-то полотно какое-то блестящее. Дедусь, та йога вбита, девятеричная внучка. Яка сгинула сегодня в ночи у Киева через ракету атаку фашистов. Ну так вот, знаете, Сень, я хочу поставить вас всех к стенке, знаете, к стенке. И у каждого спросить. Зачем? Чтобы каждый из вас имел какой-то ответ, знаете. Вот вы, например, сказали, а вы бомбили Донбасс. Пуля в лоб. Другой говорит, а потому что Зеленский наркоман. Пуля в лоб. А мы пришли вас спасать от нацистов, бандеровцев. Пуля в лоб. Ну, вы понимаете, что это все хуйня полностью. Эта девочка не должна была умереть. Ну, вы знаете, мы не политики, мы вообще как бы даже не в курсе, что там у вас происходит. Пуля в лоб. Ну, я вообще съебался в Казахстан, потому что как бы я не хотел быть частью этой войны. Вы знаете, что дед вам сказал? Знаете, что сказал бы дед? Того чуваку, который съебался, чтобы не разруливать ситуацию, а просто съебаться. Знаете, что бы он вам сказал? Не попадайся мне на моем пути. Пуля в лоб.